Кабуз подключается на медле. Также забирает еще андроида и прошивает двоих. Ой-ой-ой-ой, вот это скилловый парень, вот это да. Кейнес, в конце концов, остается один против двоих. Правда, смог, наверное, есть у нас у Кейнеса, и под эту баночку можно раздефить. Кстати, если бы Кейнес откинул смог немножко получше, у него бы все получилось. А так, он не стал сразу дефузить, и теперь Фнатики понимают, что... Ой-ой-ой, Кейнес все-таки делает минус. И что, в смог? Неужели попадет? Алло-алло-алло, снова старшат, господи. Ой-ой-ой. Два парня побежали в нож, и если сейчас проиграют этот раунд... Он успел. Они проиграют этот раунд. Он успевает! Вот божечки. Это да. Рано или поздно должны его прочекать. Театрали начинает топить, забирает только этого Клейва, отлетает от Дюпри. Это не самый лучший размен для игроков защиты. Одного не было. Один раз, по-моему, один... Это было неплохо. Красиво. Под флешку первым врывается, забирает девайс абсолютно слепущего, но на размене тут, как тут вырастает Дюпри, должен закрывать абсолютно все вопросы. Так получается, там минус 4 очередные от игроков Астралис. Ну что, нужны гранаты от Na'Vi, вот они гранаты, Эдвард в итоге падает первый, начинается, продолжается дальше заход, Фрайбер делает также минус по флейминг, закрыто, все, здесь закрыто, команда NIP, очень жесткий прием. Симпл забирает кристану, супер размен от Фрайберга, ну и последний сит тоже отлетает от Атома, это минус 4, квадрокилл от Короля Банана. Но дело в том, что Шокс прекрасно понимает то, что все это надо пресечь в самом начале. Он выходит на платформу из Атланту, убивает Кримза, расстреливает еще и Флушу до 81 хп. И мы все прекрасно понимаем, что эта быстрая атака от Фнатик полностью была обречена. Флуша выходит, расстрел одного, расстрел другого. Шокс не получил вообще никакого дэмэджа. Лукас ошибается в дроп-руме, минус от стила, скрятником прикрывает, забирает также еще и Лилмана, забирает еще и... ну вот, все. Эдвард врывается дальше, но Фрайберг его встречает, Гардиан работает через дефолт, Фрайберг выход на него, и довольно-таки неплохо это получается, 3 на 3, еще и Флейми теряет свою жизнь, ну и уже большинственная команда NIP, хотя все начиналось очень хорошо. Фрайберг, еще один минус, это уже минус 4 от Адама. Возможно, это эйс. Нет, все-таки Гитрайт сообщает о том, что минус 5 не будет. Даже три игрока у нас сейчас находятся на Б, еще одного потеряли. Там Дюпри просто отстрел ведет, и у него получается забрать еще и Маузиньо. Ну что, Митчо, нужно выходить третьим на эту же позицию, где уже потеряли троих. И да, это еще один минус для Дюпри, минус 3. Бомба выбивается, есть маг десятка на руках, и Патрешка попытается все-таки забрать. Понятно, нет, все-таки хорош здесь Дюпри, это минус 4. Монстр килл.